Угу, так, это сюда. Кошечка моя, карманы уже готовы? Почти, дорогой. Мамочка, папочка, а можно мне сегодня пригласить девочек? Конечно, Алиса, это замечательная идея. Мамочка, а ты можешь мне немножечко Мурмяу помочь? Я хочу, чтобы вечеринка была идеальной. Я обязательно тебе помогу. Только закончу одну деталь. Хорошо, я подожду. А для чего она? Для нашей новой коллекции одежды. Как здорово! Вот смотри, доченька. Мы выбрали простые фасоны, приглушенные цвета, прямые линии. Прямые? Да, без пестрых узоров, украшений и пышных деталей. Папочка, это очень красиво! Адам, я закончила. Алиса, пойдем готовиться к вечеринке. Ура, мамочка! Кажется, я кое-что придумала. Вечеринка будет не простой, а самой модной. Привет, девочки! Привет, Алиса! Привет. Я приглашаю вас в гости на модную вечеринку. Ух ты, вечеринка! Модная? Как здорово! Я столько всего придумала! У нас будут модные угощения, модные танцы и модные журналы! Ура! Но вам нужно придумать, что надеть. А что тут думать-то? Мой самый модный наряд уже на мне. Мне тоже нравится мое платье. Нет, девочки, это все не подходит. Тяф-тяф? А почему? Просто в модной коллекции у мамы и папы нет ничего желтого и фиолетового. Нет рисунков, бантиков и пышных юбок. Только приглушенные цвета и эти, как там их, прямые линии. Прямые? Приглушенные? А у меня такого нет. Девочки, до вечеринки еще полно времени. Я уверена, вы точно найдете что-то подходящее. Жду вас вечером. И что теперь делать? Тяф-тяф, кажется, мы с тобой недостаточно модные. Вроде бы все успела. Девочки, вы еще не вышли? Алисочка, ты знаешь, тут такое дело. Ты только не обижайся, но... В общем, мы не можем к тебе прийти. Как? Почему? Понимаешь, Мурмяу, нам нечего надеть. Да, у нас все или пышное, или яркое. Как мы любим. Да, мы всю свою одежду перемерили, но ничего подходящего не нашли. Как же так, девочки? Я вас очень ждала. Все приготовила. Не расстраивайся, Алисочка. В следующий раз мы обязательно придем, когда у тебя будет не модная, а обычная вечеринка. Извини, Алиса. Пока. Пока. Алиса, как дела? Что-то девочки опаздывают. Они не придут. Вечеринки не будет. Доченька, что случилось? Оказалось, у них нет подходящих нарядов. Погоди, как это нет? И что значит подходящих? Ну, просто я сказала девочкам, что их платье недостаточно модные. Они совсем не похожи на наряды из вашей новой коллекции. А, вот в чем дело. Видишь ли, дочка, мода очень разнообразна. И каждый выбирает то, что ему по душе. Иначе все выглядели бы одинаково. А ведь это так здорово, что одежда помогает нам проявить свою индивидуальность. Ой, получается, у каждого свой стиль? Именно. Тогда понятно, почему девочки на меня обиделись. Что же мне теперь делать? Алисочка, еще не поздно все исправить. Если вовремя извиниться. Точно, спасибо. Что бы я без вас сделала? Позвони девочкам, а мы с папой подготовим для гостей маленький сюрприз.
девочки, как здорово, что вы пришли! Вы чудесно выглядите! Я вас очень люблю! Простите меня, пожалуйста! И мы тебя очень любим, Алисочка! И, конечно, прощаем! Мия, Буся, добро пожаловать! Мяу-мяу, рады вас видеть! Здравствуйте, тетя Вера! Здравствуйте, дядя Адам! А у нас сюрприз, Алиса! Неси скорее наши подарки для девочек. Конечно, я сейчас. Ого, подарки я люблю. Это маленькие украшения. Они отлично подойдут к вашим любимым нарядам. Надеюсь, они вам понравятся. Какая красота. Ух ты, как здорово. Большое спасибо. Большое спасибо. Пора начинать вечеринку. Ой, это же моя любимая музыка. Давайте скорее танцевать! Алиса, это самая лучшая вечеринка! Спасти дерево! Скорее, Максик! К нашему замку летит страшный дракон! Сейчас я с ним сражусь! На! Получай! На помощь, Дэн! Он напал на меня! Не смей обижать Максика! Ура! Дракон повержен! А если прилетит другой? Тогда мы снова его победим. О, а давай поставим на наш замок рыцарскую метку, чтобы драконы боялись и облетали нас стороной. Давай. Так, пациентка, откройте рот и скажите Мурмяу, все ясно. Назначаю вам брусничный морс и мед с лимоном. Это, Мурмяу, хорошее лекарство. Тяв-тяв! Как странно! Середина лета, а листочки опадают. А вдруг наше любимое дерево заболело? Сейчас узнаем. Ага, понятно. Придется поставить дереву укол. Тогда оно поправится. Ну вот, готово. Алиса, кажется, дерево тяв-тяв заболело по-настоящему. Значит, надо его лечить. Добрый фермер, угости морковкой нас. Ой, здравствуйте, девочки. Привет, Жоржик. А что вы тут делаете? Мы, тяв-тяв, лечим дерево. Оно заболело, с него листва осыпается. А вы уверены, что оно действительно болеет? Да. Давайте посмотрим. Ну что, Жоржик? Да, вы правы. Дерево и вправду заболело. Это все из-за гвоздей. Гвоздей? Тяв-тяв! Их, наверное, Максик с Дэном приколотили. Они играют в рыцарей. В атаку! Дэн, Максик! Жоржик, привет! Давай скорее к нам! Мы уже победили одного дракона, но скоро еще прилетит.
Мальчики, слезайте и посмотрите, что вы натворили! Как вы додумались забить гвозди в дерево? Ему же больно! Я не знал, что дереву больно! Я только хотел украсить наш замок! Дэн, дерево-то живое! К нему нельзя ничего приколачивать! Ой, Муры-мяу, что же нам теперь делать? Это лесное дерево. Я в таких не очень разбираюсь. Лесное, тяв-тяв? Тогда я знаю, кто нам поможет. Скажите, его можно вылечить? Конечно, можно. Не волнуйтесь. Для начала нужно достать из дерева все гвозди. Мы с Дэном этим займемся. Угу. А мы пока приготовим два раствора. Одним обработаем раны, а другим замажем их. И дереву сразу станет легче. Мы вам поможем! Всегда рады помочь. Ребята, давайте относиться к природе бережно. Тогда она принесет нам много радости. Обещаем, что будем аккуратнее. Да. Ой, смотрите, к нам летит огромный дракон. О нет, скорее в замок. Постойте, пациенты. Сначала, Мурмяу, откройте рты и скажите Алиса, это не из нашей игры. Ну ладно. Совершенно здоровы и готовы к битве с драконами. Алиса! Урожай в этом году просто отличный. А это еще что такое? Я жду. Вырастил кекс? Ничего себе! Надо срочно папе и маме показать! Привет, Жоржик! Ты что, правда поверил? Это розыгрыш! Это мы кекс на дерево повесили! А я все снял! Вот, смотри! Да, забыл!
Да я так и подумал, что это чья-то шутка. Слушай, Жоржик, а что если мы тебе поможем со сбором урожая? О, отлично! Помощь мне не помешает. Дэн, ты что, забыл? Мы же хотели целый день придумывать розыгрыши. Да нет, не забыл. Подожди. Я не хочу целый день яблоки собирать. Мия, все будет, как мы и планировали. Ты отвлеки Жоржика, а я подготовлю новый розыгрыш. Отвлеки его, давай. Жоржик, а можешь ты мне... А можешь показать, как правильно собирать яблоки? Конечно! У меня есть своя собственная техника сбора яблок. Да! Расскажи поподробнее. Первое правило срывания яблок. Никуда не спешить. Как интересно! Второе правило. Срываем только зрелые яблоки. Ага. Правило 12. Не стоит срывать по два яблока за раз. Что бы тут такое сделать? О, придумал! И, наконец, правило номер 39. Мое любимое. Если яблоко тяжелое... Кажется, я все поняла. Вот. Да, неплохо получилось. Ты способный ученик. Спасибо, тяп-тяп. Ой! Мои яблочки! Ой, Жоржик, ты все рассыпал. Я сам не понимаю, как такое могло случиться. Ха! Это снова розыгрыш! Жоржик, ты снова попался! В этот раз даже лучше вышло, чем в прошлый! Не уверена. Да что с вами? Было же смешно. Вовсе не было. Это был очень неудачный розыгрыш. Теперь все это собирать. А если какие-то из яблок помялись? Что теперь папа скажет? А наши яблоки ждут сегодня в магазине. Не смешной? А что я сделал не так? Может, нужно что-то более масштабное? Мия, следующий розыгрыш точно будет смешным. Мне нужна твоя помощь. Ну уж нет, тяп-тяп. Из-за твоих шуток на нас Жоржик может обидеться. Ха, как я сразу не догадался. Сейчас я его переставлю в другое место. Жоржик придет, а трактора нет. Так как же он тут? А, вот! Помогите! Дэн, ну что ты еще придумал? О, нет! Ой, мистер Жорж! Остановил его! Это я остановил его! Жоржик, спасибо тебе! Не за что! Только ты без меня, мистера Жоржа, больше не трогай! Поверь мне, Жоржик, больше никогда! Кажется, этот розыгрыш был не совсем удачным. Скорее, совсем неудачным! Дэн, ты же мог пострадать! Мне кажется, что розыгрыш – это когда всем смешно, а не только тебе одному! Правильно, Жоржик. Простите меня. Жоржик, а может, все-таки научишь меня ездить на тракторе? Ну ладно, давай я тебе покажу. А можно и мне с вами? Конечно, Мия. Первое правило вождения трактора. Никуда не спешить. Ой, мальчики,
Я вспомнила, что мне срочно домой нужно. Так вот, как я уже сказал, первое правило вождения трактора – никуда не спешить. Алиса! Робот-друг! Буся! Бас! Бросай, Дэн! Игрок прорывается вперед! Сейчас будет трехочковый! Ой! Ну вот, а могли бы победить? Беги теперь за мячом! Ладно. Ой, а это еще кто? А, это мое новое изобретение. Робот-питомец. Его зовут Заврик. Какой ты хорошенький. Привет, Заврик! Умница, Заврик. Эх, жалко, что мне пора идти домой делать уроки. Нам с Мией тоже пора. До свидания, Заврик! Пока, Вики! Увидимся завтра! Пока, ребята! Девяносто восемь плюс три будет... 98 плюс 3 будет... 3. Заврик, не мешай! Я учу уроки! Заврик, не мешай! Одиноко. Ладно, давай поиграем. Ты куда? Мы же договорились. Это же Заврик! Привет, Заврик! Вики, это у тебя что, робот? А разве с ними можно в школу? Просто ему очень грустно, когда он один. А он не будет вам мешать на уроках? Он обещал вести себя тихо. Заврик, нет! Здравствуйте, дети! Ой, а кто это? И что случилось с классом? Простите, учительница Дина. Это Заврик, мой робот-питомец.
Не сердитесь на него, пожалуйста. Он хороший. Только к школе не привык. Дети, теперь вы понимаете, почему мы не берем на уроки домашних питомцев? Даже если они такие милые. И вот так вот весь день. Если с ним не играть, то он грустит. Да, непростая ситуация. И в школу его брать нельзя. Что же мне теперь делать? Думаю, папа сможет тебе помочь. Интересно, как там наш Заврик? Надеюсь, на него не сильно ругались. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте, тетя Анна. А Вики дома? Мы хотим проведать ее робота. А, конечно. Вики с папой в мастерской. Они как раз работают над Завриком. Работают над Завриком? Неужели, Муримел, они отключают его чувства? И Заврик больше не будет радоваться и веселиться? Ну что вы, мы придумали другое решение. Идемте, я покажу. Ой, кто это такой кругленький? Мы сделали Заврику робота-друга. Ура! Больше Заврик не будет скучать. Бросай! Ура! Трехочковый! Жоржик, передай, пожалуйста, лопату. Держи, пап. Спасибо. Вот так. О, почти готово. Смотри, с цветами площадь стала еще красивее. И правда, у нас здорово получается. Осталось немного, всего два цветка. Ой, уже полдень, меня же ждут на ферме. Папа, хочешь, я сам закончу работу, а ты иди по своим делам? Да, это было бы здорово, спасибо, Жоржик. Самое главное, хорошенько полей цветы после посадки. Не волнуйся, папа, я справлюсь. Увидимся позже. Пока! Готово! Осталось только полить. Привет, привет, Жоржик! Привет, ребята! Хорошо, что мы тебя встретили. Мы идем на пляж играть в волейбол. Нам как раз не хватает одного игрока. Пойдешь с нами? Ого! Обожаю волейбол! Конечно, пойду! Ура! Вот бы мне сейчас стакан воды, а лучше целое ведро. Ой, вода! Я совсем забыл! Мне нужно бежать! Жоржик, ты куда?
Нет, нет, нет! Что же я наделал? Я так подвел папу! Мне уже не терпится искупаться. А я буду загорать и читать новую книжку. Ой, смотри, это Жоржик. Привет, Жоржик. Привет, Мия. Привет, Вики. У тебя что-то случилось? Почему ты такой грустный? Вот, цветы. Они завяли. Тяв-тяв. Мы с папой все утро их высаживали. А я все испортил. Я должен был их полить. А вместо этого пошел играть с ребятами. Ой, тяв-тяв, бедные цветочки. Жоржик, не отчаивайся. Может, их еще не поздно спасти? Не уверен, что получится. Но, может, если взять удобрение? Конечно, Жоржик, нужно попробовать. Езжай на ферму, а мы пока принесем воды. Спасибо, девочки. Я мигом. Пожалуйста, Фил, новый сорт. Очень сладкое. Жоржик уже здесь. Какой он у меня молодец. Всегда делом занят. Не то, снова не то. А, вот они, удобрения. Опа! Смотрите, вот он! Жоржик! Куда ты убежал? Мы тебя везде ищем! У тебя все хорошо? Продолжим игру? Не могу, ребята! Мне надо закончить дело! Из-за меня цветы завяли! Теперь их надо полить удобрениями! А давай! Мы тебе поможем! Да! Точно! Правда? Спасибо большое! Вики, это отличная идея! Теперь за цветы можно будет не волноваться. Мия, подай ключ на 12, пожалуйста. Девочки, я вернулся и привез помощников. Вместе мы быстро управимся. Привет, мальчики! Скорее, за дело! Спасибо, друзья! Не за что, Жоржик! Мы всегда рады помочь! Здравствуйте, дети! Здравствуйте, дядя Борис! Привет, пап! Как вам наша клумба? Она, тяв-тяв, замечательная! Мы с Жоржиком все утро высаживали цветы. Спасибо, что полил их, сынок, иначе они бы завяли. На самом деле, они завяли. Я забыл их полить. Но потом друзья помогли мне спасти клумбу. Ого! Я рад, что вы успели все исправить. Жоржик, может, польем цветы еще разок? А то вон какая жара. Где-то тут была моя лейка. О, да вот же она. Дядя Борис, лейка вам больше не нужна. Смотрите. Ух ты! Ничего себе! Это автоматическая система полива. Моя разработка. Надо же, как просто! А хотите, я вам на ферме такую же сделаю? Спасибо, Вики. Буду очень признателен. Ну что, клумбы высажены, цветы политы. Пойдемте теперь на пляж. Мия, мур-мяу, тав-тав, Бузя, мур-мяу, Жоржик, тяв-тяв, Вики, тав-тав, мур-мяу, Дэн, мур-мяу, тяв-тяв, мур-мяу, тяв-тяв, кошечки, собачки. Приглашение! Воздушные шарики, ленточки!
Оскар, вы готовитесь к какому-то празднику? Да, ребята, у меня скоро свадьба. Свадьба? Свадьба? Как это здорово! Оскар, а кто же ваша невеста? Учительница Дина. Ух ты! Вау! А вы нас пригласите? Ну, конечно. О, кстати, о приглашениях. Марк, удалось найти что-нибудь оригинальное? К сожалению, остался только такой вариант. Их же еще нужно подписать и отнести всем жителям города. Как же мне все успеть? Доверьте приглашение нам! Мы позовем друзей и справимся в два счета! Спасибо, ребята! Я на вас очень рассчитываю. Мама с папой Мурмяу уже начали готовить торт. Он будет вот таким в высоту. Вау! А я, Мурмяу, видела свадебное платье. Оно будет вот таким в ширину. Как здорово! Ой! Нет! Эти приглашения уже не спасти! Ой-ой-ой! И правда, все намокло. Ребята, а давайте купим новые. Но папа говорил, что других в магазине нет. Значит, эти были последние. Оскар и Дина очень расстроятся. Как тут не расстроиться? А! Подождите, а что, если нам сделать новые? Точно, Вики! Какая замечательная идея! Мы очень постараемся, и наши новые приглашения будут еще лучше, чем эти! Обычно, Мурмяу, у нас получилось. Мы молодцы! Да! Дина, ты прекрасна. Спасибо, Оскар. Ты тоже замечательно выглядишь. И это лучший день в моей жизни. Ура! Какая чудесная свадьба! Спасибо! Оскар, а где ты нашел такие необычные приглашения? Мне казалось, они выглядели иначе. Да. А, наверное, дети их немного переделали. Ребята, спасибо вам огромное! Дамы и господа, внимание на сцену! Для вас выступают Дина и Оскар вместе с группой «Мармеладные рок-н-роботы». Так случается, бывает, что приходит к нам любовь, и сердца вдруг расцветают, ты любви не прикословь. А беги, лети навстречу, словно крылья за спиной. Как мы ждали эту встречу, ты со мною, я с тобой. Мы влюбленным пожелаем много-много светлых дней, чтобы за руки держались, вместе будет веселей. Чтоб царило в доме счастье, и уют был и покой, стороной пройдет.
прошли ненастья, и любовь текла рекой. Ах, невеста так прекрасна, и взволнованный жених. Только верность, только счастье на пути пусть будет их. Все исполнится желание, дом наполнит детский свет. Пусть всегда нас окружает радость, нежность и успех. Мы влюбленным пожелаем много-много светлых дней. Чтобы за руки держались, вместе будет веселей. Чтоб царило в доме счастье, и уют был, и покой. Стороной прошли ненастья, и любовь текла рекой. Чтобы за руки держались, вместе будет веселей. Чтоб царило в доме счастье, и уют был, и покой. Стороной прошли ненастья, и любовь текла рекой. Алиса! Сюда. Смотри-ка, машина совсем как наша. Ой, Борис звонит. Роберт, прикрепи, пожалуйста, лестницу сам. Да, конечно. Алло, я вас слушаю. Арчи, здравствуйте. Здравствуйте. Ветер повалил дерево на дорогу. Помогите, пожалуйста, его убрать, а то мой трактор никак не проедет. Конечно, Борис, я уже выезжаю. Сынок, мне нужно срочно ехать на вызов. Сможешь сам закончить с машиной? Да, пап, я соберу. Хорошо, тогда увидимся позже. Сынок, передай, пожалуйста, маме, что я поехал по делам. Ладно, до встречи. Так, а сюда с малиной. Папа, мама, завтра у нас в школе будет концерт для родителей. Вы придете? Конечно, доченька. Мы очень любим концерты. Спасибо за приглашение. Бусенька, а какой у тебя будет номер? Стихотворение про мам и пап. Как здорово, доченька. Скорей бы его услышать. Папа, папа, смотри, я выучил новый фокус. А я-то думал, куда сегодня утром делись все фрукты с кухни. Завтра у нас школьный концерт, и я буду ведущим. Ого, а зачем ведущему фокусы? На всякий случай, пап, вдруг пригодятся. Ой! Папа, ты вернулся! Дорогой, ты как раз вовремя! Ха, здорово! Да, я репетирую номер для школьного концерта! Я с удовольствием послушаю. Тебе опять нужно ехать? Да, в магазине что-то случилось с электричеством. Сынок, мне нужно идти, но я обязательно приду на концерт. Обещаю! Хорошо, пап! Ну вот... Роберт, помнишь, когда ты был маленький, ты часто играл в спасателя? Да, и надевал огромную папину форму. Роберт, папа тебя очень любит, но не может всегда быть рядом. Я понимаю, мамочка, ведь у него очень важная и ответственная работа. Но я так хочу, чтобы он увидел мое выступление. Если папа обещал, он сдержит слово. Ну что, сынок, сыграешь мне еще раз? Конечно, мам! Ого, сколько зрителей! Как бы Мурмял не забыть свой номер?
Роберт, ты какой-то грустный. Что случилось? Моего папы все еще нет. Почему он опаздывает? Наверное, на работе. Спасает кого-нибудь. Конечно, ведь он у тебя настоящий герой и нужен всем-всем. Ты права, Буся, но мне он тоже нужен. Ой, Муромял, сейчас уже мой выход, а я не успела переодеться. Дамы и господа, мы начинаем наш концерт. И первый на этой сцене выступит Буся. Буся прочтет для нас стихотворение собственного сочинения. Но сначала я покажу вам... О, фокусы! Тяф-тяф! Буся, ты где? Бусечка, сейчас твой выход. Кто-нибудь, помогите! Я здесь, помогите! Буся, Буся, что случилось? Замок заклинило. Я, Муромял, не могу выйти. Подожди минутку, я позову кого-нибудь на помощь. Ребята, скорее туда! Буся застряла. О, надеюсь, я не опоздал. Дети! Роберт, почему вы здесь? Неужели концерт так рано закончился? Здравствуйте, дядя Арч! Папа, ты пришел! Концерт еще идет, но у нас беда. Буся застряла в гримерке и не может Муромял выбраться. Ясно. Подождите, я сейчас. А я попрошу Жоржика, чтобы еще потянул время. Жоржик, потяни еще время. Хорошо, но у меня заканчивается фокус. Так, дети, начинаем спасательную операцию. Бусенька, не волнуйся, сейчас мы тебя выпустим. Ура! Буся, ты снова с нами? Да! Буся, скорее беги на сцену. У Жоржика уже заканчиваются фокусы. Бегу, бегу. Мама и папа, у вас много дел. Надо следить, что пирог не сгорел. Стирка, уборка, забот полон дом. И каждый день на работу бегом. Вы очень заняты, я понимаю. Не обижаюсь, всегда помогаю. Ну, а когда мы с работы закончим, то поиграем, я знаю точно. Сынок, прости, что провожу с тобой не так много времени. Давай сегодня вечером достроим нашу пожарную машину. Хорошо, пап, договорились. А теперь на сцену приглашается Роберт. Ой, папа, уже мой выход. Удачи, сынок. Ну вот и все, готово. Последний болтик прикрутили. Да, папа, я так рад. Машина получилась просто супер. Ура! Алиса! Мия! Мур-мяу! Тап-тап! Буся! Мур-мяу! Жоржик! Тяп-тяп! Беги! Тап-тап! Мур-мяу! Бэм! Мур-мяу! Тяп-тяп! Мур-мяу! Тяп-тяп! Кошечки-собачки! Школьный оркестр. Тебе понравилось? Очень, Дэн. Ты прирожденный гитарист. Конечно. Я вчера весь день упражнялся. Даже выучил новое соло. Вот, послушай. Постой, Дэн. Кажется, кто-то играет на арфе. Да, это Мия. Как красиво звучит. Да ну, скука. Пойдем, послушаем. А как же мое соло? Ой, привет, мальчики! Привет, Мия! А я вас, Тяф-Тяф, и не заметила! Ты так хорошо играешь! Спасибо! А что, если вам с Дэном поиграть дуэтом? Что? Нет, мы только мешать друг другу будем! А я бы, Тяф-Тяф, попробовала! Ладно! Ладно!
Да, я думал, будет хуже. Неплохо, да это просто потрясающе. Так-так-так, мы должны собрать группу. На клавиши позовем Алису, на барабаны Вики. Отличная идея! И назовемся Рок-н-роботы. Класс! Фи, как грубо звучит. Лучше мармеладки. Ты серьезно? Мармеладки? И выступать будем в розовом. Ну уж точно не в черном. Ребята, а что если... Чем тебе не нравится черный? Тем, что я люблю розовый. Ну, может, попробуем? И вообще, я категорически против твоего названия. Тогда я не буду играть с тобой в группе. Лучше соберу свою и назову ее, как захочу. Пожалуйста, я тоже соберу группу. Эх. Отлично, сынок. А теперь подай лейку. Привет, Шоджик! Здравствуйте, дядя Борис! Здравствуй, Дэн! Привет! Я тут музыкальную группу собираю. Ты на чем-нибудь играть умеешь? Ну... Еще как умеют! Шоджик, не надо стесняться! Ну, пап... Так, подождите минутку. Ребята, я сейчас. Шоджик, я хочу назвать группу Рок-н-роботы! Рок-н-роботы? Ух ты! Здорово! Вот! Нашел! Твоя старая бас-гитара? Теперь она твоя, сынок. Играй с душой. Вау! Спасибо, папа! Отлично! Бас-гитарист есть! Они... Даже слушать меня не хотят. Муры-мяу. Как нехорошо получается. Буся! Буся, привет! Будешь петь в нашей группе? Я? Конечно! У тебя самый лучший голос! Привет, Буся! У меня для тебя предложение! Ой, Тёв-Тёв, ты что тут делаешь, Дэн? Хочу позвать Бусю в свою группу. Так нечестно! Я тоже хочу ее позвать! Ну уж нет, я первый! Буся, ты с нами? Ребята, но я не хочу Муры-мяу выбирать. Давайте лучше объединимся в одну большую группу. Вот, и у меня песня для вас есть. Ты сам ее сочинил? Ага, и я с удовольствием ее спою. Но только если вы помиритесь. Да! Ну, ты знаешь, я погорячилась. Давай не будем ссориться из-за названия. И цвет костюмов – это не главное. Мир? Мир! Но как мы все-таки назовемся? Мармеладные рок-н-роботы! Кто поднимет настроение, кто поделится вареньем, кто полезный даст совет, есть у нас один секрет. Лапу кто в беде подаст, не обманет, не предаст. Это самый лучший друг, это знают все вокруг.